Телеканал КРТ представляє. Парламент втричі скоротив кількість районів в Україні. Тепер їх не 490, як було, а 136. Таким чином, кажуть, в уряді завершилася реформа децентралізації. Що зміниться тепер? Приступна совєтська власть нарізала територію України на 490 районів. Мелко, причем так нарезала, исходя из численности населения, наличия дорог, мобилизационного потенциала, административного потенциала в каждом районе преступно. Она создала отделение милиции на то время, суд районный, управление образования, управление культуры. В каждом сельской раде она построила клуб, библиотеку и все остальное. То есть у нас была огромная инфраструктура социальная. Вся эта социальная инфраструктура удерживала в провинции, в малых городах в разные периоды украинской истории от 60 до 40% населения. Потому что даже в малых городах, там в селах многих, было нормально относительно жить. То есть были объекты культуры, были объекты медицины. Ну, я родился, например, в селе Печановка Житомирской области. Два ФАПа у нас, два медицинских учреждения. То есть достаточно комфортная, стандартная, такая полугородская, я бы даже сказал бы, жизнь с учетом. Новая, правильная украинская власть решила всю эту инфраструктуру не просто угробить, она гробилась многие все эти годы, она решила подвести секвестр, она решила сократить тех людей, которые заняты в этой инфраструктуре, и сокращает количество районов по одним данным 136, по другим данным 138. Там я не исключаю, что еще будут разночтения в этой ситуации. Фактически в три раза сокращается количество районов. Теперь административные центры, где люди смогут получать административные услуги, будут далеко. У меня есть Житомирская область, и теперь Житомирский район, крайняя точка Житомирского района 120 километров. При наших дорогах 120 километров – это практически вечность. Это следующее тысячелетие, мы же понимаем. Если доехать, что-то надо сделать в этой ситуации. Без создания инфраструктуры на местах. То есть они не создали центры предоставления административных услуг, их нет. Теперь люди для того, чтобы получить справку, там, не знаю, паспорт получить, какой-то любой документ органа власти, получить качественную медицинскую услугу, вынуждены будут преодолевать вот такие расстояния. Но государство сократило издержки на районной государственной администрации, сокращает издержки на медицину, на образование, все это тоже укрупняется, будет только руками местных элит, руководство уже ОТГ. Сокращает издержки на судебную систему, на сферу культуры, на украинцев. Поэтому административно-территориальная реформа в Украине – это просто банальное укрупнение. Вследствие вымирания и вследствие нежелания государства в дальнейшем поддерживать инфраструктуру вот, в регионах, которые там проживают. Вслед за этим будет второй шаг. Люди начнут еще активнее уезжать из сел и малых городов. Кто в города, кто за границу, земля освобождается. Не будет таких конкурентов, знаете, помните, как с английской истории, вивти зилы людей. То же самое у нас будет. У нас административно-территориальная реформа зачищает от людей, по большому счету, землю. А вот, если до выборов повернуться, если будет оскарження в Конституционном суде, чи можно будет тогда вважать, что выборы будут нелегитимными? Ну, посмотрим, какое решение Конституционный суд примет. В любом случае, оно обратной силы не имеет, мы должны понимать. Даже если выборы пройдут по этой модели, значит, не так уже пройдут. Если с точки зрения выборов на этот процесс смотреть, это взятка региональным элитам. Я знаю, как бы, не могу больше вам сказать, скажем так, знаю, как делились эти районы. Часто они нарезались местными феодалами с точки зрения, тут есть мои предприятия, тут нет, тут у меня семья, тут у меня ставок, тут у меня какой-то ресурс, карьер, лес. То есть они нарезались, эти районы, в основном региональными элитами под свои интересы. Формируются новые феодальные вотчины в наших глазах. И это часть договоренности между слугами народа и региональными элитами. Плата за их возможную лояльность на выборах. Ну, посмотрим, как это сработает.